Прощание с Николаем Липатниковым, бывшим президентом Вятской торгово-промышленной палаты, состоится 26 мая. Оно пройдет с 10 до 11 часов в областном драмтеатре. Напомню, Николай Михайлович ушел из жизни в минувшую пятницу. Ему было 74 года. Благодаря усилиям Липатникова в регионе удалось реализовать многочисленные проекты по развитию предпринимательства. Он был инициатором создания Вятской торгово-промышленной палаты и возглавлял ее до марта текущего года. За свой вклад в развитие региона Николаю Липатникову было присвоено звание «Почетный гражданин Кировской области». Сейчас президентом Вятской торгово-промышленной палаты является Андрей Усенко. Он хорошо знал Николая Михайловича. Наверное, всегда останется человеком, который в любой абсолютно очень сложной, непростой ситуации всегда находил мудрое, взвешенное решение. Крайне редко действовал в своих интересах. Его побуждающими мотивами всегда были интересы региона, бизнеса, предпринимателей, тех, кто к нему обращался.